Ту-ду-тум. Коктейль в честь Рокки Бальбоа. Лед. Самый чистый рокки на всем Диком Западе. 40 водки. В оригинальном рецепте используется ликер кислого ревеня, но мы такое не нашли, поэтому просто используем кислый ликер. 15 гренадина. И всем известным в мире, особенно любителям гачи, апельсиновый сок. Сегодня у нас день, когда мы не украшаем напитки гарнишами, потому что я хочу вам донести такую вещь, что напитки, коктейли – это супер легко. Знаете рецептуру и просто добавляйте. Все владельцы баров меня возненавидят. Пробуем. Я первый раз пробую этот напиток, поэтому сейчас узнаем, что это такое. Блядь, супер вкусно. Оно горьковато, кисловато, крепенько и при этом фруктово. Блядь, попробовать такое дома готовиться несложно, но это супер вкусно. Либо приходи к нам в КОК. Тут есть еще другие напитки. Пока!